Во Владимирской области ищут свидетелей ДТП, произошедшего в Суздале 26 ноября в 17:20 на нерегулируемом пешеходном переходе, находящемся по улице Ленина в районе дома номер 40. 57-летний житель села Павловская, двигавшийся в сторону выезда из Суздаля на автомобиле Renault Duster, совершил наезд на двух девочек 2009 года рождения. В момент трагедии на центральной улице города отсутствовало уличное освещение. Как описывают происходящее, пострадавшие, убедившись в отсутствии машин, девочки стали переходить дорогу в положенном месте. Автомобили они не видели, ощутили яркую вспышку света перед самим ударом. Свидетельницей ДТП стала и бабушка одной из девочек. Она рассказывает, ее внучка Олеся Аркадьева вышла проводить свою подругу. Звук тормозов, такое чувство, как будто две машины столкнулись. Но когда вышли, уже девочки кричали. Я побежала звонить в скорую, так как скорой не было. Частные люди увезли детей в больницу. И сопровождала фельдшер со скорой помощи. Фельдшеру скорой Марине Муравьевой, проезжающему мимо Артему Суханову, который не остался равнодушным, родные и близкие пострадавших выражают благодарность. Благодаря им пострадавшие были быстро доставлены в областную детскую клиническую больницу. Девочки получили серьезные повреждения. У Олеси Аркадьевой сильная черепно-мозговая травма, перелом затылочной части и свода черепа. Арина Беспалова получила повреждение таза. Обе девочки прикованы к кроватям и не имеют возможности передвигаться. Для восстановления здоровья им требуется дорогостоящая реабилитация. Если вы являетесь свидетелем трагедии, имеете какие-либо фото или видеоматериалы, просим вас обратиться к родственникам пострадавших по телефону 8 933 342 41 73.